Всем привет! В этом пакетике должна быть походная пилка по дереву. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Запакована пилка в подложку и в полиэтиленовый пакетик. Вот так она выглядит. Две ручки под пальцы. И вот такая пилка. Даже не знаю, как ее назвать. Тросик, не тросик. По-моему, сплетена из нескольких волокон, так скажем. Естественно, испытывать ее нужно на каком-нибудь дереве. Так что давайте переместимся на улицу. Нашел в лесу старую сваленную сосну. Сейчас попробую отпилить вот этот сучок. Как видите, все прекрасно получается. Еще один. Блин, зажимает. На мой взгляд, пилка все-таки ерундовенькая. Вот такие ветки она перепиливает совершенно без проблем. Если взять что-то потолще, ее сразу начинает зажимать. И пилить просто нереально. Так что эту пилку можно использовать разве что в качестве развлечения. Ссылку на нее я оставлю в описании к видео. Пилка недорогая. Можете пройти и посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте включить колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Удачи вам!